Всем привет! Меня зовут Евгений Киселев, и вы смотрите мой YouTube-канал, который называется ⁇ Кисельные берега ⁇ Как говорится, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну а сейчас на канале интервью с замечательным человеком, которого я очень люблю. И я безумно рад, что он согласился со мной сегодня поговорить. Прошу любить и жаловать. Андрей Сергеевич Смирнов, я бы сказал, один из последних живых классиков советского кинематографа, которому исполняется 80 лет, но мне почему-то кажется, что Андрей Сергеевич на 80 лет себя точно не чувствует. Привет, Андрей Сергеевич. Здравствуйте. сколько лет себя чувствуете, Спасибо. признавайтесь. Спасибо вам за комплименты, рад вас видеть и слышать. Так все-таки, сколько вам лет на самом деле? Понятия не имею. Ну, старый, конечно, но ну, а насколько старый, трудно сказать. Ну, пока еще пытаюсь там вот надеюсь, что Бог даст снять еще фильм. Пишу сценарий, правда, с большим трудом, с большими усилиями. Как-то дарования не хватает. Ну, его всю жизнь. Ну ладно, ладно, дарования у вас не хватает. А? Ну, э, не гневите Бога. Его всю жизнь не хватало. Всегда было ощущение, что еще бы маленько не помешало. Слушайте, а по-моему, вас никогда никто не спрашивал, а как вы пришли в кино? Вот как вы стали кинематографистом? Вот почему вы выбрали эту профессию? Очень просто. В моем случае никаких особых метаний не было. Дело в том, что когда мне было три месяца, началась война, и нас с матерью отец отправил в город Воронеж. Дело в том, что там в Воронежском государственном театре работал мой двоюродный дед, муж родной сестры моей бабушки. Бабушку мою звали Анна. А сестру ее звали Гаяне. Они были из армянской семьи, из города Краснодара. Правда, всех четверых детей прадед воспитал чисто по-русски. Они по-армянски не разговаривали. Все четверо, три девочки и мальчик, закончили русскую гимназию. И говорили хорошим русским языком. А вот муж этой бабушки Гаяне его звали Василий Иванович Флоринский. Он был заслуженный артист Российской Федерации и работал в Воронежском драматическом театре. Он там был довольно известным актером, играл первые роли. Поэтому расти и, разговар... и ходить и разговаривать я начал в Воронеже. Потом вместе с театром мы отправились в эвакуацию на Урал сначала в Уфу, в Стерлитамак, а потом осели в Копейске, это окраина Екатеринбурга. И там прожили почти два года, в Москву вернулись в 1944 году. Ну и ходить и разговаривать я начал в Воронежском театре среди артистов. Поэтому уже к школе я был уверен, что я пойду в артисты. И в школе я, особенно в старших классах, довольно много занимался режиссурой и актерством. Устраивал вечера, ставил отрывки из пьес. Там вечер новелл у меня был в классе в девятом, где играли новеллу одну Мопассана, одну Чехова, одну о Генри. Кстати, в, в Огенре это был вождь краснокожих, сыграл свою первую роль. Сегодня довольно известный артист и художник. Господи, как же его фамилия? Сейчас вот память отказывает. Вот вам пример того, что стар. Я был уверен, что идти мне надо в артисты. Правда, в десятом классе в начале я решил, что это несерьезно. Надо идти куда-нибудь на Мехмат в МГУ. И сел заниматься математикой. Примерно месяц я прозанимался математикой. Потом был такой задачник для вузов уже. По математике, вот из него я решал задачи, потом я этот задачник поставил на полку и больше никогда к нему не прикасался и спросил нашего учителя математики, старика его звали Георгий Нилович: как вы думаете, попаду я или сумею я попасть в МГУ на Мехмат? На что он удивил меня ответом? Он сказал: да, конечно, попадешь. У тебя светлая голова, но с твоим характером я бы этого не делал. Что он такое увидел в моем характере, я и по сей день не знаю. Но действительно я решил бросить математику. А вот отец мой мне сказал, если идти, то не в театр, а в кино. И не в актеры, а в режиссеры. Я его послушался, и подал документы в ВГИК. Так я стал киношником. Ну вот смотрите, бытует такое мнение, что это две абсолютно разные профессии, что режиссеры очень часто бывают людьми, ну, я бы сказал, цельными, идейными, с каким-то набором жизненных принципов, взглядов. Не обязательно, да? А актеры, знаете, вот Сукины дети. Я никогда не забуду. При всем моем уважении к покойнику Юрию Петрович Любимов я у него несколько раз в жизни брал интервью. Ох, как он пренебрежительно отзывался об, об актерах своего театра. Вы вообще с этим согласны? Нет. Мне кажется, что природа дарования актерского и режиссерского примерно одна. Конечно, это характеры разные, но очень часто человек работает и артистом, и режиссером, и сценаристом. Это вещи связанные. И я к актерскому труду отнюдь не отношусь пренебрежительно. Очень уважаю людей одаренных, по-настоящему одаренных. У нас есть у нас довольно приличная актерская школа. И есть замечательные артисты. Вот у меня в, ну, в последнем фильме, который называется ⁇ Француз ⁇ главная роль была написана для Александра Балуева. Я его считаю великим артистом и очень рад, что он согласился у меня сниматься. И, на мой взгляд, превосходно снимал. И еще там снимались замечательные артисты такие как Михаил Ефремов, тоже гениальный артист, абсолютно гениальный артист. Или Роман Мадянов, большой артист по-настоящему. Или замечательный, там одна актриса из МХАТа, Наталья Тинякова, а другая из Театра Моссовета Нина Дробышева. Это замечательные артисты. Работать с ними это наслаждение. Я отношусь к ним с любовью, с пиететом. И э, очень люблю хороших артистов. Ну, а вот, кстати, уж коль скоро вы э, перечислили э, так много громких имен, а в этом ряду же есть еще и великие режиссеры, и великие операторы. Вот, знаете, я... Вопрос, может быть наивный, может быть, обывательский, может быть, непрофессиональный совершенно. Но я вот очень часто задаю себе вопрос, а почему вот представители этой советской, потом российской школы не обрели признание мирового? У вас есть на это ответ? Но ну, вот посмотрите, даже в каком-то там маленьком Иране есть потрясающая кинематографическая школа, и там есть много громких имен иранских режиссеров, которые там регулярно получают призы на фестивалях, об их картинах говорят, им вручают Оскаров за лучшие иностранные фильмы. А почему вот очень мало такого вот... Широкого признания получил великолепный э, советский, а потом российский кинематограф. У нет, исчерпывающего ответа на этот вопрос у меня нет. Мне кажется, это довольно несправедливо. Но так уж сложилось, что мы живем несколько чужаками в цивилизованном мире. Все-таки Россия как-то отдельно, и российская школа отдельно. Да, она по-настоящему не оценена, безусловно. Я бы сказал, во многом не востребована. Хотя вот только что я видел, например, как в одном из последних фильмов великолепного итальянского режиссера Паоло Сорентина играла русская актриса Юлия Снеги и великолепно играла и поражала своей и красотой, и талантом. Нет, я, у меня нет ответа на этот вопрос. Но э, Чисто профессионально, на ваш взгляд, вот, э, актеры тех э, поколений, да, вот, которым принадлежали и Евстигнеев, э, и старший Ефремов, и, и я не знаю, э, Смуктуновский, э, на ваш взгляд, они чем-то уступали лучшим э, актерам-современникам, их ровесникам, э, голливудским или британским актерам? На мой взгляд. Б, например, был, был, в них какой-то порог, который, условно говоря, не давал им быть признанными во всем кинематографическом. На мой взгляд, никакого. Никакого порока, никакого недостатка в них не было. Это были великие артисты. Евстигнеев просто абсолютный гений, наверное, среди своего поколения. Это была звезда номер один. Ну, впрочем, так же, как и Смокдуновский, наверное. Нет, у меня нет объяснений этому вопросу. Андрей Сергеевич, ну я понимаю, что вас, наверное, достали уже э, вопросами э, о белорусском вокзале. Э, но тем не менее, там без разговора об этой картине интервью у нас с вами не получится. Во-первых, потому что э, 50 лет фильму, а во-вторых, потому что вот э, Такая некрасивая история получилась с человеком по фамилии Киосаян, который к вам обратился с благословень... за благословением на пересъемку этого фильма на свой там какой-то лад. Я так понял, вы в карман за словом не полезли, послали его конкретно и далеко. Нет, я не посылал его далеко, но отказался разговаривать на эту тему, потому что, на мой взгляд, равнять отечественную войну и афганскую, ну, это безнравственно и неправильно. Дело в том, что у ребят, которые воевали в Афгане, у них, конечно, своя трагедия, безусловно. А сколько там народу положили, сколько погибло людей, и какие они вернулись. Э -э об этом наверняка можно делать э картину, и можно сделать сильную, трагическую картину. Но причем тут белорусский вокзал. Мне кажется, что сопоставлять эти вещи неверно, неправильно. Это совершенно разные трагедии, разные поколения. И, и и поэтому я сказал что не конечно ни о каком благословении речи быть не может вот и все А вы любите по-прежнему а, эту картину белорусский вокзал да ну что значит люблю слово люблю не совсем подходит потому что я свои старые картины практически никогда не смотрю потому что каждая из них, мне напоминает прежде всего о своих недостатках, о проколах режиссера, о том, что режиссер сделал не так или сделал недостаточно хорошо. Это мучение, в общем-то, смотреть свои старые картины. Ну, конечно, она занимает довольно большое место в, в моем ощущении себя потому что у нее была счастливая судьба. И потом, понимаете, что такое 50 лет для кино? Когда мы снимали «Вокзал», мы, группа творческая, нам в голову не приходило, что его могут показывать через 50 лет. Он 13 числа по Первому каналу будет показан в очередной раз, значит, к моему, к моей годовщине. Вот. Это для кино очень много. И мы, конечно, мы, то есть те, кто остались из тех, кто делал фильм, мы, конечно, для нас дорога память об этом фильме. И он у каждого из нас занимает достаточное Место в сердце. <laughs> я бы сказал так. А вот скажите, вы много раз в прошлом уже рассказывали о том, какая трудная была у фильма судьба. И всякий раз из какого-нибудь вашего нового интервью я узнаю какую-нибудь новую деталь. Вот Давича с интересом узнал, что, оказывается, где-то на самом последнем этапе работы над фильмом вдруг начальство потребовало, чтобы вы заменили э, Нину Ургант на Инну Макарову, так? Да, так и было. А почему вот это было? Вот, вот, представить себе э, Инну Макарову на месте Нины Ургант, это очень сложно. Э, с чем это было связано? Ну, вы знаете, Вдруг это, такой каприз? От, ответить на этот вопрос практически невозможно. Белорусский вокзал по ходу производства... Был останавливался, закрывался четыре <сёзд> раза. И если бы не мой учитель Михаил Ильич Ром, э -э -э, картину бы не доделали, закрыли бы и все. Почему они ее останавливали четыре раза? Да откуда же я знаю? Каждый раз хоть совет там, или редакция смотрели материал, каждый раз я слышал одно и то же, что неустроенные судьбы героев, что советская жизнь подается как-то уныло, что много плохой погоды, что недостаточно отражена героика Отечественной войны. Это было каждый раз. Но каждый раз все-таки РОМ убеждал начальство, и картину опять запускали. Точно так же было, вся картина была снята, оставалась последняя сцена, в которой должна была сниматься Нина Ургант. А меня вызвали и сказали, что сниматься будет Нина Макарова. Инна Макарова. Я спрашиваю, почему? Вот эта любимая народом артистка Любка Шевцова из «Молодой гвардии» Герасимова. В общем, вы обязаны как минимум сделать пробы. И я в конце производства вынужден был делать пробы. И, и не Макаровой, и еще раз сделать новую пробу для Нины Ургант. Я был уверен, что должна сниматься она. У Нины Ургант светились глаза, как не светились у других актрис. Вот, я сделал эти пробы, конечно, с уважением к Инне Макаровой, она-то не виновата в этом, пожелав ей там успеха, но уверены в том, что утвердить должны э, Нину Ургант. При этом, Ходсовет назначили в тот день, когда я был на досъемке. Меня целый день не было. Я не присутствовал в ходсовете. А когда я вернулся, руководитель объединения Юлия Яковлевича Райзман сообщил мне, что утвердили все. Он говорит, Андрюша, мы все-таки утвердили Макарову. Я тогда написал заявление, пошел в дирекцию, написал заявление о том, что я отказываюсь от этой картины я ее снимать не буду, снимаю свои имя с титров. И уехал к приятелю на дачу пить водку. И так я провел три дня. Мне было очень обидно терять картину перед самым финалом, что ли. Но через три дня приехала машина с масс-фильма. Мне пришлось принять душ, протрезветь, ехать на студию. И там утвердили э, Нину Урган. За кем было решающее слово, не знаете? Не знаю. Думаю, что главную роль опять сыграл Михаил Ильич Ром. Скорее всего, именно так. Человек, который был в каком-то смысле. Не то чтобы опальным, но после обыкновенного фашизма ведь на него э, в высоких кругах, э, знаете ли, э, поглядывали, насколько мне известно, чуточку Коса видели, что в этом фильме есть там скрытые подтексты, неправильные аллюзии. Так ведь? Обыкновенного фашизма еще не было. Ром был после картины 9 дней одного года. И обыкновенный фашизм был еще впереди. М -м. То есть неприятности его тоже тол то только поджидали. Да. Вот знаете, какой вопрос меня интересует? Ведь, вот ваш отец... Сергей Сергеевич Смирнов был ну, знаковой фигурой своего времени. Я вот мальчишкой помню, были эти телевизионные программы, которые он регулярно вел на центральном телевидении, посвященные возвращению имен защитников Брестской крепости. Он был своего рода тогда, вот в 60-е годы, культовой фигурой. И не он один был такой, да? Вот э, э, я имею в виду у многих кинематографистов вашего поколения э, были проблемы. И мне странно, неужели вот э, влияние авторитет э, отца э, как бы не выручал вас в этой ситуации? Абсолютно нет. Это Отец был сам, там у того Сергей... же Андрея Сергеевича Кончаловского были проблемы. Помните, там его картины клали на полку. Неужели многократный автор гимнов Советского Союза не мог, как говорится, своего сына прикрыть? Абсолютно имена отцов нас не прикрывали. Трудности были сами по себе. У меня первую картину положили на полку у Андрона Асю Хромоножку. Мы с ним, кстати, однокурсники. Мы оба ученики Михайловича Ильича Рома. Мы учились на одном курсе и дружили. У Андрона положили изумительный фильм Ася Хромоножка. Его несколько дней назад показывали по одному из каналов, и я с наслаждением его еще раз посмотрел через десятки лет после того, как он был сделан, это замечательный фильм. Нет, отцы нас не прикрывали, не могли, не могли не, или это не хотели. Не входило в их компетенцию что ли. Им, им тоже попадало, их критиковали за сыновей, за то, что сыновья ведут себя, по мнению начальства, неправильно. Хорошо, возвращаясь к Белорусскому вокзалу, хочу спросить, правда, что вы хотели делать картину черно-белой? Конечно, она была задумана как узкоэкранная и черно-белая. А почему? Ну, у меня предыдущая картина «Ангел» была на полке, вот в воспитательных целях заставили делать широкоэкранную картину на чудовищной советской пленке, которая тогда была. И 7 и 8 Ну, страшно вспомнить. Были сцены, когда она была такого качества, что в фильме есть сцены, переснятые 3-4 раза, только из-за технического брака пленки. Вы представляете, что такое одну сцену снимать три раза? Уже на второй раз артистов ты не заставишь по-настоящему раскрываться. Они уже не верят в то, что это удастся когда-нибудь сделать. Это пытка была. И это все та же цензура. Вот что такое цензура. Это не только следят за каждой репликой. Это и в технике тебя ограничивают, воспитывают. И все время делают какие-нибудь пакости. Слушайте, а почему хотели черно-белую эту картину снимать и на узкой пленке? Гораздо правильнее было бы снимать черно-белое на узкой пленке. Для той эпохи это гораздо выразительнее. Вот я только что снял черно-белую картину француз примерно из той же эпохи. Это и счастье может составлять прелесть картин. Если вот говорить о цензурных потерях белорусского вокзала, были какие-то сюжетные линии, которые выпали? Потому что очень много ходило слухов, что... Там были какие-то сюжетные линии, связанные что якобы кто-то из героев э, посидел в лагерях, э, вернулся, и это выкинули. И, и, и вот э, разного рода такие разговоры, я помню, э, ходили по Москве. А на самом деле? Все это правда. Правда? Сцен сценарий «Белорусского вокзала» на несколько голов выше, чем фильм. Сценарий Вадима Трунина, покойного, «Царство небесное ему». Изумительный, просто изумительный. Потери огромные. Сценарий больше года значит, носился по коридорам начальства в госкино. То одно требовали заменить, то другое. Там масса сюжетных ходов. Во-первых, конечно, герой Леонова сидел, значит, по. По, по оригинальному сценарию. Во-вторых, в ресторане была драка с молодыми ребятами, которые приставали к старикам, но старики-то э, десантники, они укладывали этих всех. Но одного из пацанов, э, папа был какой-то начальник, приезжала милиция и забирала моих героев в Кутуску, в отделение, в полтинник, на это это было отделение на нынешней Большой Дмитровке, бывшей Пушкинской улице. Но они выходили из этого отделения, уложив милиционеров всех. Это было главным преступлением. Как они? фронтовики нападают на милиционеров, об этом речи быть не может. Вот эта труба, значит, канализационная, это все появилось потом, это все вынуждено. Это две разных вещи. Тот сценарий, который был написан Владимиром Труниным, ну, при моем, как бы сказать, я ассистировал, хотя, конечно, текст принадлежит ему, и Почему картина живет так долго? Причин две. Первое – это превосходное, живое и нынче качество диалога, написанного 50 лет назад. И второе, конечно, великолепный уровень артистов это заслуга Трунина, в первую очередь, конечно, вот качество диалога. С, с артистами вы работали, это же ваше, ваш режиссерский хлеб работать с артистами, Папанов, Леонов, Сафронов, Глазырин. Да, конечно, да, ну, я был... Причем вы, ну... же, вы, же, вы же тогда, наверное, были моложе, чем они. Значительно, да, им было за 40 всем где-то а мне было 27. Поэтому поначалу, когда мы начали работать, они относились ко мне несколько настороженно, естественно. Но я еще и выглядел, как вам сказать, как хиппи, Джинсы. Да, я вот тут видел вашу фотографию впервые, вот образца тех времен, когда у вас длинные волосы, борода и вас узнать совершенно невозможно. Да, Это да, правда. да. Длинные волосы и борода. Вот дело в том, что так получилось, что на предыдущем фильме Ангел, значит, который мы снимали с тем же Павлом Лебешевым, замечательным оператором. Мы снимали его в экспедиции в лесах под Выборгом и э, решили, поскольку мы вставали очень рано на съемку, но решили не бриться. Я запустил бороду и сказал, я ее сбрею в день, когда сдам картину. Ну, картину положили на полку и в результате я еще на много лет остался в бороде. Но не было повода. К этому. Вот. И артисты ко мне, конечно, присматривались очень внимательно и недоверчиво. Но где-то через месяц это кончилось. У нас установились прекрасные отношения. Они мне доверяли. Работать с ними же было нелегко. Они четверо из разных школ. Из них двое папанов и Глазырин закончили ГИТИС, при этом у разных мастеров. Папанов, я уже не помню, кто, кто один из них учился у Тарханова, а другой уже не помню у кого. Сафонов закончил Щукинское училище, Вахтанговский театр, а Леонов кончил МХАТ. И был Мухатовской школы такой настоящий артист Мухатовской школы ученик Яншина вот поэтому подход к ним нужен был разный я отводил артиста в сторону шептал ему там что-то что не обязательно было слышать его товарищам а товарищи другое слышали вот но вскоре это дело наладилось и я был очень доволен а, работой с ними. Я, ну и потом Слушай. я получил прекрасный опыт. А история с песней. Вот правда, что изначально э, герои должны были в конце петь просто какую-то популярную, что называется, народную песню военных лет. Ну, я не знаю, типа в лесу в припорнтовом, или я не знаю, Соловьи, Соловьи, э, не тревожьте солдат, или, может быть, землянку, не знаю. Это все правда. Дело в том, что ну, в сценарии было просто сказано, что э, значит, их подруга Рая поет песню, там, какую-то военную песню. И я предлагал э, ни раз и не два Вадиму Трунину разные песни времен войны, много же популярных, довольных Но Трунин был, он был старше меня. Не надо забывать, что отец Трунина был кадровый офицер Красной Армии. Всю войну проведший на фронте. Ну, на фронте, правда, и мой отец всю войну провел. Вот. И вообще, картина сделана детьми поколения фронтовиков. Но Трунин был убежден, что нужна оригинальная песня. Он говорит: мало того, кто-то из них ее написал, может быть, сафонов, который играет журналист, а вот, герой, которого играет сафонов. Он категорически наставил, нет, надо просить Балата Шаловича Куджеву, чтобы он написал песню. И таки удалось уговорить, хотя... Акуджава сначала отказался, сказал, что он уже больше года не пишет песен и не собирается возвращаться к этому. Ну, прочел сценарий, все равно отказался. Мне пришлось даже позвать его и показать ему. Уже была снята практически вся картина. Я ему показал весь материал. И когда зажегся свет, зажглись и глаза у Акуджавы. И он сказал, что он попробует. Через два дня был этот самый текст. Причем я его до конца не оценил. Он мне показался странноватым каким-то. Трунин оценил сразу. Он сказал то, что надо. Там есть некоторая кривоватость в тексте который как раз ложится на то, что это написал любитель, что ли. Это Слушайте, правда. а правда, да? что Акуджава не смог ее э, поначалу спеть? Да, значит, он жаловался композитором, на фильме был Альфред Шнитке, хотя его нету э, в титрах, потому что в конце, написав «Марш», Шнитке категорически попросил меня, чтобы я убрал его фамилию из титров, потому что музыки слишком мало. Значит, э, э, но э, Акуджава сказал, что у него получилось там... Мне пришлось в результате... И Акуджава отказывался, и Шнитке отказывался. Нет, это должен сочинить Булат. И, в, в результате я их собрал на масс-фильме на тон студии. Шнитке, Трунина, Акуджаву и я был четвертым. И вот там Акуджаву показал. Он говорил, вот у меня получилось только напеть. Начало он спел. И вот как мне кажется кусочек припева. И Шнитке сел за фортепиано и вскоре соединил это. Действительно соединить это смог только Альфред. Ну а потом он из этого сделал этот Марш, под который сегодня ходят десантники на параде. Я этого не знал, на самом деле, к стыду своему. И был поражен, что оказывается, вот Альфред Шнитке, композитор, который был э, в некотором смысле непризнанным, немножечко даже опальным, я бы сказал. Э... Когда Альфред умирал, он уже был всемирно известным. нет. Тогда в ту пору, ну да, как бы да. композитор нонконформист очень часто о нем тогда так говорили, правда? И вот оказывается теперь войска по Красной площади маршируют под музыку, сочиненную композитором, который считался некогда не вполне благонадежным да, человеком, именно в силу так. многих причин. Именно. А, так. а вот скажите, сколько вы Отсутствовали в режиссуре. Ведь э, после того, как вы сняли «Осень» и, по-моему, еще один фильм «Вера и Правдой э, причем с большим перерывом между «Осенью» и «Верой и правдой», э, вы э, ну, лет на 20 или на 30 ушли из режиссуры 29 с половиной лет. До 30, То есть сменили... Ты... Кто-то кто ведь из кинематографических начальников вас в свое время пугал. Мы вас заставим поменять профессию. Так заставили или сами ушли? Нет, конечно, сам ушел. Это а мне почему? сказали, что замминистра тогдашний Владимир Тиханович. Баскаков мне сказал, мы тебе поможем сменять профессию. Это после фильма "Ангел", это мой первый фильм, который был положен на полку на 20 лет. Э -э негатив его и исчез, потерян или уничтожен. Ну, к счастью, копия одна сохранилась, и мы сделали дубль негатива. Но потом-то я работал, я снял четыре фильма: э -э вот "Вокзал", "Осень", "Вера и правда". Но на веру и правду мое терпение лопнуло, потому что его тоже ждала жуткая судьба совершенно. Его остановили на середине, и тогдашний директор студии Сизов мне сказал, ты думаешь, ты истратил миллион, мы тебе дадим истратить вторую? Нет, ничего не выйдет. Пока ты это не переделаешь, дальше не пойдешь. И мне пришлось уступать сцену за сценой. Да? Дело в том, что этот фильм был задуман в стиле гротеск. И там играли, ну, замечательные артисты тоже. Тот же Евгений Павлович Леонов, Сережа Шакуров, Лена Проклова. Ну, там много было хороших артистов. приказано. Но выяснилось, что изображать советскую жизнь в стиле гротеск невозможно, не разрешено. И пришлось это все э, э, ну, придавать повествованию черты ползучего реализма. Извините. Значит, э, э, и я решил, что с меня хватит. Мне было, это был 79-й год, значит, мне было 38 лет. И я бросил режиссуру почти на 30 лет. Я не жалею об этом. Я стал осваивать другую профессию, профессию сценариста, драматурга. Стал писать сценарии, пьесы. Стал сниматься в кино как артист. Поставил два спектакля на театре. Пьеса моя со временем пошла на сцене театра «Сатиры». В общем, 29,5 лет я не занимался режиссурой, но за это время произошли большие события. Произошла перестройка, кончился Советский Союз, и я три года был чиновником, я был исполняющим обязанности первого секретаря Союза кинематографистов СССР. Это была по тамошним временам э, практически министерская должность. И Союз кинематографистов сделал очень много для перемен в кинематографии. Мы первые потребовали отмены государственной цензуры. Мы первые сказали о том, что единственная реальная защита от государства ⁇ это частная собственность и так далее. Мы были горячими сторонниками Горбачева. И... Да, тот, тот съезд кинематографистов был одним из самых первых таких революционных событий. Безусловно. Я помню, как стенограммы выступлений на этом съезде читались, что называется, до да. дыр. Да, да, а. да. Вот, поэтому э, обстановка изменилась очень сильно. Частный капитал пришел в кинематограф, ушла цензура, и мне стало завидно. Я стал думать, ну что же я, так и помру. Не сделав ни одной картины без чужой указки, я стал мечтать о том, чтобы э, сделать новую картину. Ну и в конце концов я ее сделал, но ушел на нее 25 лет примерно. Вы имеете в виду картину жила была одна баба? Да. Я себя сдерживаю, чтобы не опять не начать э, петь вам дифирамбы, Ну, потому что, конечно, картина гениальная, потрясающая картина. Вот, э, я просто... ее, э, вот Друзья, вот... я просто обращаюсь к зрителям моим Посмотрите обязательно этот фильм, если вы его не Дело видели Дело в том, что это я в декабре 1987 -го года Я вскочил из постели, прибежал вот за этот стол Достал тетрадку и записал фразу Кино о Тамбовском восстании И на следующее утро сел думать Материал, конечно, богатейший. История крестьянства, история гражданской войны. Э, огнедышащий. Но ну, как я сумею справиться? Я городской человек, не проживший в деревне и на, и, и, больше месяца. Ну, все-таки я за это взялся. И в сумме на это ушло примерно 25 лет. Все вместе. Построение сценария, да, добывание средств э, на производство и потом само производство началось в 2008 году и в 2011 была премьера картин скажите а если говорить о ваших ролях какая самая любимая роль да вот Актер... ваша роль Слушайте, актерская а. о. это смешно никогда не думал ну разные есть ну может быть самое удачное это э, э, роль в сериале черные кошки Об одесских бандитах после военных времен я там играю вора в законе старого еврея деда вораву мне кажется он получился довольно прилично вот я знаете какую вашу роль люблю и э может быть, больше всего. И обожаю пересматривать. И, знаете, сейчас очень много появилось молодых людей, которые, ну, к сожалению, плохо знают кинематограф нашего прошлого. Но вот эта сцена на всех всегда производит совершенно потрясающее впечатление. Это из сериала «В круге первом». Помните? У Глеба Когда... Панфилова, да. Да, когда вы играете роль инженера, которого ночью вызывает а, на допрос абакумов. А, абакумов. И сначала он с вами разговаривает грубо, потом все более и более уважительно, потом переходит на обращение по имени отчеству, и вы там говорите выдающиеся слова о том, что поймите, когда вы лишаете нас всего. Вы делаете нас абсолютно свободными. Да, да. Спасибо. Замеч... Замечательная роль. Спасибо. А вот Бунин, роль Бунина. Это случайно появилась у вас эта роль в вашей фильмографии, актерской? Никак нельзя сказать, что это случайно, потому что автор сценария, моя старшая дочь Авдотья которая ну, выросла у меня в доме, где всегда был культ Бунина. Вот. И это была ее идея. Мы снимали предыдущий фильм по ее сценарию, который сделал Алексей Учитель, тот же режиссер. Этот фильм назывался, значит, господи, ну как ее, ну, балет известный. Ну, с памятью плохо. Мы его снимали, в том числе, в Париже. Значит, и вот там сидела вся группа, ужинала после съемочного дня. И там Дуня сказала, а давайте... Алексей, учитель, сказал, а давайте сделаем фильм про Бунина и Кузнецову, а папаша нам сыграет Бунина. Я возмутился, потому что Бунин э, очень трепетно относился э, к своей биографии, вообще к подробностям своей семейной жизни, там, любови и так далее. И просил людей, чтобы они возвращали ему письма его. Э, э, писал часто, там, скажем, вдовом писателе писал, верните мне письма. Я писал часто трезвый. мало ли что там может быть. И так далее. Но, к счастью, не все письма ему удалось вернуть. Вот. И Бунин бы взбесился, если бы узнал, что кто-то делает фильм о его связи с Галиной Кузнецов. Ну, потом Дуня и Алеша, учитель, приучили меня к мысли об этой роли. Сценарий получился недурным. В общем, я как-то привык к этому. И пошел играть. Слушайте, вы сказали, у вас в доме был культ Бунина. Вот а с этого места, как говорится, чуточку подробнее, потому что а, вот у меня есть свой тоже личный культ Бунина. Я а, считаю, что на самом деле он самый выдающийся. Извините, там со мной можете не соглашаться. Но я считаю, что... Это я не вам э, говорю, Андрей Сергеевич, я зрителю говорю, что... Я считаю, что он на самом деле самый великий русский писатель 20 века. Я тоже так считаю. А вот почему? Ну как почему? Ну... Нет, я... Извините, я... я, я у меня есть... Сво... Вот <coughs> есть писатели с мировым именем, принадлежащие там к Золотому фонду классики российской литературы прошлого, которых читать, к сожалению, совершенно невозможно, потому что э, их произведения написаны языком, увы, принадлежащим прошлому, а э, Бунин писал языком, который по-прежнему сегодня можно читать, и в нем, что называется, купаться. Ну. Э... Хотя это не единственная причина, разумеется. Ну, я, безусловно, считаю Бунина прозаиком номер один в русской литературе XX века. Ну, Во-первых, потому что это замечательная проза. Все. И жизнь Арсеньева, и не только знаменитая Лика и остальные части. Превосходные рассказы. Но если говорить, скажем, о русской революции, первой в частности, о революции пятого года, то нет произведения равного Бунинской деревни. Потому как это схвачено, закреплено на бумаге, осталось вот это ощущение от того, что творится в пятом году в России, но только в Бунинской деревне. Ну, ничего равного этому нету. Ну и много других причин. Не говоря о том, что, скажем, я считаю, что «Темные аллеи» – это лучшая русская книга о любви. А такой рассказ, как «Чистый понедельник», ну, нету такого памятника прежней Москве и эпохи Серебряного века, как рассказ «Чистый понедельник». Как изумительно он придуман, написан, как в нем произведена, воспроизведена Москва этого времени, 10-15 года. А вся культурная жизнь Москвы там воспроизведена. И кружок Станиславского, и музей. Значит, сейчас, э, извините, телефон звонит. Значит, э, это... Э, ну по многим причинам. Ну и кроме того, мне очень интересно, я очень люблю буинский характер. О, достаточно почитать его э, мемуары, да, помните, э, как он всем сестрам, что называется, беспощадно раздавал э, по сергам, э, остроумно, конечно, злобно, желчно, но Справедливо, наверное. Окаянные дни. Разве есть другая проза, которая с такой силой, с таким объемом воспроизводит вот этот процесс революции, который творится на улицах Москвы? Нет, на мой взгляд, ничего равного. А скажите, пожалуйста, если говорить о фильмах, которые сняла ваша старшая дочь, вы какой больше всего цените? А какой вам больше всего нравится? Да они все не дурные. И последний про Толстого тоже, мне кажется, серьезная картина. История одного назначения. Вот. зрители очень хорошо смотрели два дня фильм, где Федор Бондарчук и Ксения Рапопорт. И вот фильм, господи, как он назывался, ну, любовная история, где Михалкова и бывшая жена Сигарева, актриса с Урала, тут тоже серьезные картины. Как вам ваш взять, Анатолий Чубайс? Что как? -то. Общаетесь с Ну, ну, конечно, общаемся. Редко, но общаемся. Ну, я всегда к, к Чубайсу относился с огромным пиететом, и к нему, и к, к Гайдару, я считаю, это двое самых выдающихся людей этой эпохи, эпохи перемен. Вот, и когда Чубайс стал моим родственником, ну, ух, это, это, это меня восхитило, вот и все. И никаких вопросов у вас к нему нет? Нет. Потому что ведь есть люди, которые считают, что, ну, скажем так, он пошел на большие компромиссы с нынешней властью. Пусть эти люди считают, как считают, мне до них нет дела. Я отношусь к Анатолию Чувайсу с огромным уважением и любовью. А скажите, пожалуйста, вот э, в свое время ведь вы делали проект э, э, об истории, документальный проект об истории становления э, русской демократии, Парламент, э, русского да. парламентаризма. Парламент, да. А что с ним стало? Ведь я помню, что ни, ни, никто не хотел его показывать. Это было еще в то время, пока я не переехал жить и работать в Киев. И я отлично помню, мы как-то с вами встречались, даже и вы жаловались на меня, что ну, никто не хочет брать, ни один канал. Так и не взяли? Ни один федеральный канал его так и не показал. К счастью, этот сериал, он называется, господи, как же он называется? Э, «Свобода по-русски». «Свобода по-русски», совершенно верно. Значит, ну, ну, он есть в интернете, его посмотрел довольно много народу. Во всяком случае, это тысячи, десятки тысяч. Это, конечно, по кинематографическим меркам это очень мало. Но ни один федеральный канал его так и не показал. А почему, как вы думаете? Ну, это у, у них надо спрашивать. Что им показалось таким вольнодумным, там я не знаю. Мне кажется, там все э, с точки зрения исторической довольно пунктуально сделано. И превосходно рассказывает это Юрий Шевчук, он ведущий в фильме. И там много разных замечательных людей давали нам интервью. И парламентарии разных стран, и там есть куски с Шульгиным связанные. Это достойная картина, я там только вдохновитель. Я, мне принадлежит идея, э, делали это мои бывшие студенты. Они когда-то у меня учились на высших курсах сто лет назад. Значит, э, это достойная картина. А как вы думаете, э, ну, есть такое расхожее выражение «История не знает сослагательного наклонения». Но с другой стороны, я, например, часто думаю о том, что вот казалось бы в начале века, накануне Первой мировой войны, но ну, никто не мог предположить, что вот пройдет несколько лет и Россия кровью умоется и пойдет брат на брата, и государь император, которого чествовали в тринадцатом году. В связи с трехсотлетия династии Романовой будет просто как собака застрелен вместе со своими чадами и домочадцами в подвале Ипатьевского дома. Вот могла бы история России, как вам кажется, пойти другим путем? Вот, помните, Серебряный век, подъем экономики, все-таки появились какие-то свободы, политические партии, парламентаризм. Вот на чем споткнулись, на чем сломались? На войне. Если на бы, войне? Если бы не война, не было бы ничего, конечно. На войне, на этой абсолютно бессмысленной войне, которая сокрушила три величайших империи Европы. Так не надо было идти помогать братушкам сербам, что ли? Безусловно. Безусловно. Я уверен в этом, потому что Россия была достаточно крепка, достаточно хорошо стояла на ногах, великолепно развивалась, великолепно просто. Какие цифры промышленного прогресса в это время, каковы успехи частного капитала. Русские, русские капиталисты были потрясающие. Ведь чего стоит? Ну вот война, заставило государство переложить вот некоторые обязанности с государства на, э, на частный капитал, на комитеты различные, как они блестяще справились с этим. Да? Ну, конечно, война. Андрей Сергеевич, а смотрите, вот э, какой э парадокс, я не знаю, или гримаса истории. В 1999 году Россия начала тоже куда-то не туда разворачиваться, когда начался конфликт вокруг Сербии. И хотя, в общем, можно было, наверное, по-другому ко всему происходившему на Балканах отнестись, вот тоже горой пошли за Милошевича, и где оказались? Ну вы все-таки это, это разные вещи все-таки. Ну как, помните, как э, покойный Примаков самолет э, разворачивал э, над Атлантикой? Ведь, собственно говоря, охлаждение отношений с Западом и всякие разные антидемократические тенденции э, в нашей внутренней политике, они ведь тогда, в 1999 году, э, начали обозначаться. Наверное, наверное. То есть опять война во всем виновата подлая, да? Ах, война, что ты подлая сделала, да? Как пела Куджава. Скажите, пожалуйста, а вот если так коротко, мы говорили об этом в начале, хочу ближе к концу нашего разговора к этому вернуться. Вот я не знаю, у вас есть в голове шорт-лист самых выдающихся ваших современников, самых блестящих советских кинематографистов. Вот можете назвать троих? Могу назвать больше. А вот все-таки... Значительно больше. Ну, во-первых... Хорошо, кто, кто, на ваш взгляд, самый выдающийся советский кинорежиссер? Ну, наверное, все-таки Тарковский. По известности своей, по влиянию на кинематограф, наверное, Тарковский пошел даль... дальше всех и более всего уважаем и чтим на Западе. Но, с другой стороны, я, как вам сказать, ну, блестящие кинематографисты. Тот же Андрон Кончаловский, ему принадлежит ряд выдающихся фильмов. И вот только что он сделал прекрасную картину, дорогие товарищи. Расстрели в он, он старше меня. А ему э, в, в этом году будет 84, а он еще в прекрасной кинематографической форме. А почему так разошлись, скажем так, эстетические, творческие, э, общественные, если угодно э, пути двух братьев? Я имею в виду. Ой, вы, Никита вот Михалкова и Андрона. Я хотел. категорически отказываюсь разговаривать. О младшем брате я ему не ни судья, никто. Я знать не хочу ничего. Вот, вот так это, вот. Это, да, вот так вот. Я на эту тему не разговариваю. Понял, по ряду, хорошо. По, по ряду причин мы когда-то... Можно, 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 можно догадаться, хорошо. А если говорить об актерах, возвращаясь, возвращаясь вот к актерской профессии, можете назвать, на ваш взгляд, кто все-таки самый выдающийся э, актер советского кинематографа, ну, скажем так, вот э, 60-х, 70-х, 80-х... Ну, это, да, конечно, Евстигнеев. Это Евстигнеев? Конечно, безусловно. Евстигнеев, а почему? Не знаю, вот такое дарование, понимаете. Среди ролей Стегнеева есть невероятный, например, в спектакле, господи, на дне он сыграл Сатина, роль, которая не удавалась ну, никому из артистов. Это роль пустая, плохо написанная, пьеса вообще... Вызывает сомнения, хотя она славилась в свое время. И в стигне сыграл его так, что мы рты все в зале пооткрывали. Понимаете? Это гениальный артист. Абсолютно гениальный. Он не очень любил разговаривать. Но у него там внутри мыслительный процесс был какой-то необыкновенный абсолютно. Он, конечно, Рано ушел, очень рано, в Англии. Обидно оператор. рано, да, это правда. Э, Обидно ну, рано. Абсолютный гений. Скажите, ну хорошо, а оператор? Вот Юсов, Рерберг, Лебешев, кто? Выдающиеся все. И Юсов, и Рерберг, и Лебежев Это выдающиеся операторы, без сомнения. Да надо еще и Федосова помянуть, который... Работал со старшим Германом. Это э, в таких э, картинах, как «Проверка на дорогах» или «Мой друг Иван Лапшил». Выдающееся изображение. Просто выдающееся. Из ряду вон выходящее. Много было талантливых людей. Хорошо. А из нынешнего поколения Звягинцев? Если говорить о режиссерах. Значит, покойный главный редактор журнала «Искусство кино» Данила Дондурей, замечательный был кинокритик и человек чудесный, он был моим близким другом, вот он мне в свое время объяснил, что Звягинцев единственный в истории российского кино, начиная с «Понизовой вольницы» 1908 года, каждая работа которого становилась событием мирового кино. Поэтому соперников у Звягинцева нету и не может быть ни Эйзенштейн, ни Давженко, ни Тарковский и так далее. Николатозов. Николатозов. Нет, такой, такой славы, как у Звягинцева, в русском кино ни у кого не было. А будет? А я откуда знаю? Вы не задавайте мне вопросов, на которые я не, способен, э, облад, я не способен обладать достаточной информацией, чтобы на них ответить. Я не хотел бы с вами много говорить о политике, но вот совсем не спросить вас э, о том, как вы ощущаете себя в атмосфере сегодняшней России, э, не спросить не могу. Ну, лучше бы, конечно, мне не задавать этих вопросов. Отвечать мне на них, конечно, неохота. Как я могу ответить, чувствовать э -э 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 себя в сегодняшней России? Достаточно сложно, достаточно неуютно. Хотя все-таки это совсем не Советский Союз, в котором я прожил большую часть своей жизни. Здесь значительно свободней, не только потому, что для того, чтобы купить жиротвы, достаточно выйти из дома э, в магазин, но по целому ряду причин, потому что нынешняя власть гораздо меньше лезет к тебе в жизнь и всегда есть возможность отсюда удрать, на совсем удрать. Вот э, поэтому э, не буду гневить Бога. Ну, а вы э, никогда не думали удрать? Не возникало желания. Ведь смотрите, э, я имею в виду и в прошлом, и сейчас. Ну, ведь тот же э, Кончаловский уехал, э, уехал тот же Тарковский. С Тарковским же вы э, тоже, наверное, были как минимум знакомы, а может быть и дружны. Да. Э, у вас не возникало никогда желания пойти по стопам? тогда? Нет, вы знаете, я, было время, когда я думал об этом, но я не решился. Потому что лишиться языка для меня было бы крайне болезненно. Писать на чужом языке. Я довольно прилично владею французским, кое-как владею и английским. И знаю, что это такое. Ну, по французски мне даже приходилось писать немного и, и публиковаться, ну и короткие, правда, материалы. Но расстаться с русским языком для меня было бы чрезвычайно болезненно. То есть это только Буни, только Буни, но это было под силу остаться таким э, художником такого масштаба. Для Бунина это было. Чудовищной трагедии, с которой он не мог примириться до конца. У него вся душа восставала при мысли о том, что его заставили уехать. Он переживал это до последнего дня своей жизни. Да? И, и, и даже, и даже в, э, в темных аллеях порой временами закрадывается французские слова, например, там в рассказе в Париже он сам не заметил, как он шкаф назвал по-французски, плакар, там э, погиб, э, умирает муж, и вот эта его жена, рыдая, значит, над его шинелью лезет в плакар, он не заметил этого. Потому что ухо привыкло уже к этому. Ухо привыкло. А с другой стороны, помните, наверное, читали мемуары э, Симонова Константина Михайловича о том, как он ездил в Париж и как он, э, что называется, пытался, я так понимаю... Э, Имел задание свыше попытаться уговорить Бунина вернуться и охмурял его. И, и продукты самолетом присылали тогда московские всякие разносолы, чтобы устроить застолье для Ивана Алексеевича. Но в конце концов ведь сказал: Нет, не поеду. Да, да. Нет, он, 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 у меня это ощущение, что он не колебался, его обвиняли. Там Борис зайцев, целый ряд там из русской из русской колонии люди, что он колебался, пошел на поводу, значит, у эмиссаров советов, которые его обхаживали, на самом деле, судя по его дневникам, по тому, что рассказывает Вера Николаевна, он не колебался. Ну вот, а посмотрите сегодня, как много людей, писателей, художников, деятелей искусства предпочли уехать из России. Вы их осуждаете? Нет, Н никогда этим не занимался. Я считаю, что это право каждого. Никто не знает, какое ему суждено будущее. И право рисковать, рисковать собой, есть у каждого человека. Я никогда не осуждал иммигрантов. Всегда относился к ним с уважением и с болью с некоторой. Но ведь это печально, что так много талантливых людей предпочло из России уехать. Ну, что значит печально? У каждого своя судьба. Я в этом абсолютно убежден. Это э, мне кажется нельзя судить человека, который отсюда уехал, там, во Францию или в Америку. И роптать на собственную судьбу тоже, говорят, э, не стоит. В том-то и дело. Никто не знает, кому что положено, что, что там предписано Господом. Поэтому я считаю, что... Осуждать никого не надо, и надо по возможности помогать, если можешь. Ну, а вы оптимист? Вы верите в лучшее будущее страны? Или вы из породы, знаете, вот тех людей, которые, помните, даже анекдот такой был старый, когда около лифта двое стоят, и один другому говорит, вот ты знаешь, мне казалось, что... Все замечательно. Оказалось, что полный пердемонокль, как говорится. Будет лучше или будет еще хуже? Ну, вы знаете, оптимистом я никогда не был. Хотя мой жизненный опыт скорее оптимистический. Я жил в страшной стране, где жестоко людей убивали, не жалели, сажали поколение за поколением. Ведь мы до сих пор, вы подумайте, скоро сто лет пройдет со дня, когда кончилась Отечественная война, мы до сих пор не знаем точных цифр потерь. Мы до сих пор не знаем, сколько положили наших за одного немца. Четверых или пятерых. До сих пор идут споры. До сих пор не все документы э, рассекречены. Знаешь, позорище. Сто лет, а у них все государственные тайны. Э, документы первых лет советской власти до сих пор не рассекречены. Документы о создании ЧК. До сих пор не рассекречены и нет конкретных цифр. Это, это ужасающе. В какой стране это может быть, кроме как в России? Тем не менее, повторяю, опыт моей жизни все-таки позитивный. Я дожил до относительной свободы в России. До возможности уехать отсюда, если надо. До возможности высказать свое мнение, даже если оно не согласны с мнением власти, до того, что все-таки сохраняются средства массовой информации, которые не целиком поют под дудку власти. Так что скорее надо верить, наверное. Я знаю только одно. России понадобится еще лет сто, как минимум, чтобы ее люди стали гражданами. До этого еще очень далеко. То есть 40 лет не хватает? Никак не хватает. Мало того. Никак не хватает. Власть во многом все делает для того, чтобы они гражданами не стали никогда. Образование в школе. Ну вот я дожил, например, до того, что вышло сейчас. В последние годы, причем вышла оплаченная президентским грантом история России в трех томах под редакцией замечательного историка Андрея Зубова. Это потрясающая книга, где абсолютно адекватные оценки, что вы не возьмете, будь это причины поражения белых в гражданской войне или итоги Второй мировой войны. Вот эту книгу надо, чтобы преподавали в каждой сельской школе. Но думаю, что не только я этого не доживу, но еще и следующее поколение вряд ли доживет. Но все равно я уверен, что никакого будущего у России нету, кроме настоящей парламентской демократии. Не с карманным парламентом, а с парламентом в котором разные партии, в том числе правые, в том числе левые, и э, либеральная экономика. Никакого другого будущего. Что бы ни говорили там э, записные коммуняки или приспособленцы, все равно у России будет такое будущее. Ну что ж, Андрей Сергеевич, э, как говорится... Дожить вам до 120, и, глядишь, вы увидите не, это не будущее. Не а, дай Спасибо, Женя, но лучше не надо. Лучше помереть вовремя. С юбилеем вас. Спасибо. И Спасибо. всего вам самого-самого доброго. Спасибо. Господа, и вам также. Господа, я надеюсь, вы получили удовольствие от сегодняшнего разговора с выдающимся, если не сказать великим человеком Андреем Смирновым у меня на моем скромном канале «Кисельные берега». Призываю, подписывайтесь на него, ставьте лайки, оставляйте комментарии, задавайте вопросы и до следующей встречи.